Всем привет, Сайданта, и сегодня мы продолжаем играть Dark Souls 2. И сегодня мы снова идем на попытку избиения босса. Ну, конечно же, скорее всего, босс забьет нас, сказав: ты полнейший слабак. Мне с тобой неинтересно биться, я тебе сейчас в один удар изничтожу. Так, ну и сначала облегчим себе задачу про дохождение до босса. И хочу, конечно, проверить, нету, конечно, ясень-пень. Угу, нету особо ничего. Так. И что я объясню сейчас? Почему я убил этого фига? Если кто-то подключился только сейчас и не понимает, зачем я его убил, можно было просто пройти. В общем, если пойти просто, не убив его, то он позвонит в кольчик, разбудив тем самым фантомов. Ну или призраков, как кому угодно. Которых тут до хрена и больше было бы. И тут уже мне надо было чуть по хитрожопскому приему идти. Так, можно, конечно, вот попытаться их убить, но мой меч мне не позволит особо их так подизбивать. Так, ну давай, давай. Один, два, вход. Отлично. Честный бой. Он ли отхильный? Так, значит. Блин. У меня есть ядовитый меч. Как-то. То хотел сказать, как так-то у меня его нету, а? Но я имею в виду поставленный в быстрый свод. У меня аж уже плантаж выработался, как его убивать. Зараза, у него достаточно таких массивные атаки вокруг. Да каким макаром? Ну раз что, держаться от него подальше и нанести, попытаться несколько ударов. Отлично. Так, ну да, как я уже говорил, дамаг по нему проходит вообще мизерный теперь. Хрена себе! Блин! Вот это обидно. А вот это было обидно. Так, значит. Вместо катаны, значит, ядовитый поставлю меч. Так. Значит, вместо этого ставлю этот, он хоть дерьмовый, по сути, но он мне сейчас поможет. Ужасным. Ой, господи, вот это самый веселый босс, как по мне. Хотя можно, знаете как, вместо огненного вот это поставить. Так, подвижность не пострадала, отлично. Вот это я сейчас чуть не опостоволосился.
Жители трехглазой змеи. Так, ладно. В общем, по стандарту этих отманиваю и залетаю. Так, ладно. Заходим. Блин. Блин. А, вот это обидно. Вот это обида, вот это обида. Так обида. Вот это был попадос, я вам как разделяю. Давай, заходи, быстро. Быстро, отлично, зашел. Погодь, дай бухнуть. Пошли теперь. Оп. Так, отлично. Пошло отравление у него. Хреновенький такой, ну ладно. Ну, конечно, надо ему еще поддавать периодически, чтоб ему мало не казалось. Да еще чтоб отравление особо не сходило быстро. Оп! Отфиг тебе. Оп! А вот этот попал. Вот это, согласен, было обидно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо, скотина. Чтоб ты сдох. Нет. Вот фиг тебе. Фиг тебе сдохнешь все равно. Фух. Все нормально. А вот сейчас будет подос. Здравствуйте, король. Здрасте, король. Тут у меня проблемы. Маленькие. Слава богу, что не с вами. Ну и будет потом с вами, я вам обещаю. Королевское кольцо, наконец. Все. Теперь нам доступны остаток локаций, которые ранее были недоступны. И появился этот подъем. Это кольцо символ короля. Используй его, чтобы пройти через королевские врата. И пойти дальше на восток. Проклятый, если тебе суждено стать следующим правителем, то однажды ты пройдешь по этим землям. Не зная истинной причины. И все. Молчок, да? Ну ладно. Так, вот с этим королем, в принципе, можно будет подраться еще. Так, а сейчас мы отправляемся к последнему костру, на котором мы отдыхали. Я
Отправлюсь в Манжуу, там кое-что сделаю. И там, сейчас я еще немного за кадром, мне надо сходить по делам. И мы продолжим. Итак, мы продолжаем. Сходил я по делам, сделал их. И ко мне пролез кошак. Теперь я не знаю, как его отсюда выковырять, но ладно. Пока что не мешается, пусть будет. А мы пока что попробуем прокачать все, что можно. Так, отлично. I'm always here. So come and see me when так, you're in вами пиромантиуме ужин. До какого? До плюс 10, отлично. Но его еще можно улучшать, я так понимаю. И что дальше мы сделаем? А мы, наверное, первое, что сделаем, это мы пос... Опа, смотрите-ка. Эйворин. Появился у нас. Вот этого я не видел. То, что у меня есть и малый щит. Так, отлично, у меня обломки титанита. А в обломок титанита разорвался. Отлично. Жалко, что один. Так, обломок титанита. Обломок титанита. Да, затратить. Ладно, сделали так, ну и пофиг. Мои сообщения что-то резко решили два раза сегодня оценить. Так, ладно, давайте уберем все, что мне нафиг не нужно. Это наверное, первое, что Эйворин. Второе это, ага, это, вот это вот колечко, вот это вот колечко. Так, что еще? Открывает королевские врата и все, больше ничего это кольцо не делает нам хорошего, ну и плохого. Ой, ладно. Так, что у тебя есть? О, господи, сколько всего появилось? Усок титанита, обломок титанита. Я не думал, то, что столько всего резко появится. Но это, как говорится, хорошо. Что есть. Так, ну и походу я сожру эту душу, которую не хотел ужасно съедать. Да-да-да. Нет, не купить, а усилить. Так, так. Зараза. Чуть не хватает. Ладно. На имею в виду душ не хватает. Так, так. Так, так. Использовать. Использовать. Это использовать. Так, я пока что с этими душами погожу. С большими. Можешь пригодиться. Ну не можешь пригодиться, а пригодятся. Отлично, у меня плюс 10 меч, а вот этот черную катану пока что, наверное, апгрейдить не буду. А вот длинный огненный меч немного проапгрейжу. Так, лучше немного доспехи рыцаря. Отлично, у меня эта катана улучшена до максимума.
Это не может быть не прекрасно. Так, душа Вильстар, да. Я не помню, что она мне хорошего дает. Хоть убейте, не помню. Так, ну, оружие из душ это... В этом, в этой части Dark Souls хрень. А вот на, в новой игре плюс может быть получше. Так уж. Я сейчас это все трачу. Так. Кстати говоря. Темные ночи. Камень. Вот, грубый камень. Все три я забираю. Visit me again, whenever you please. Так, я грубным камнем улучшу у Тигатану. Сразу, ну, сейчас я, конечно, хочу ну, посмотреть, точнее, что я могу в данный момент еще улучшить. Я больше ничего не могу улучшить, ну, кроме вот этого вот. А, нет, в принципе, огненный щит, обломок титанита. Так, улучшается, но не намного. Ну, немного так статы поднимутся. Так уж нафиг не нужно. А я пойду, пожалуй, к этому, как его звать-то, дядю? Магдаф. Фу. Пусть он мне там улучшит этим камушком меч, пожалуй. Кольцо Куворанти. О, кстати, я нашел кошака. Он в наглую дрыхнет у меня на моей кровати. Ну, просто на кровати. Ну ладно, пофиг вообще. Просто на кровати дрыхнет. Господи, так. Закалить оружие. У Тигатана простой чар. Грубое вот. Грубое, грубое. А грубый, я так понимаю, он... Да, он снимет мне молнию. Нафиг. А с меча Хига... Да, яд снимет. И он мне станет тем самым мечом Хига, который я когда-то знал. Шо, давайте. Ну, конечно, он не стал тем самым мечом, но он, по крайней мере, по-моему, вроде более-менее восстановился. В принципе, вроде да, восстановился более-менее. Сейчас проверим заодно. Что закалить? То есть это единственное, что можно, да? Так, Титана Тьмы, ну, можно, если Тьму снять, то, опять же, установится это все. А тут... Не, ну, смотрите, в принципе, дамаг у меня и так тот же самый, да? Ну, повышается чуть-чуть. Нет, нет, нет. Нет, нет. Так, Титана... Это что у нас? Мерцающий каменец, не ошибаюсь, маги, да? Можно просто груби камень, и будет просто улучшен у меня. Чуть-чуть, да? Ну, точнее, восстановлен. Восстановлен. Давайте.
Все. Все восстановил, что можно было. Так, теперь у меня два варианта. Первый вариант — это топать ко всем вратам с изображением. Ну, где нужно было предъявить кольцо это. А второе — это пойти к королю самому. И его делать. Ну, пожалуй, мы как раз выберем из этих двух зол, что повеселее. Так уж, пошли к королю нагибать его. Ой, блин. Так, у него я не помню, какие у него атаки. Я вернул все два меча, считайте. В прежнее русло. Охрана, а вы в курсе то, что я могу так просто пройти? Теперь че? Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Опа! 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 А сюда вы не имеете... Ага, вы имеете право зайти, да? Дядя, спасите. Там, не знаю, ваша, не ваша охрана. Но спасите. Так, кстати, наводится у него, отлично. Ну что, король, я пришел тебя свергнуть к чертям с собой. Блин, я чего промазал, что ли? Дядя! Дядя! Умрите! Да? А чё с тобой не так-то? Ой. Осечка вышла. А чё с тобой, дядя? Ну, гори ты! Да ты чего, охренел, что ли? А, или тебя не имею права, пока я не стану королем убить, да? Да... Дядя, ты чё, охренел, что ли, меня игнорировать? Не, я хотел красивше. Не хочет со мной драться. Ну да, пока не стану королем, он отказывается со мной драться. Типа, извини, пацанчик, но ты как бы не король, ты не умеешь. Ты ж право меня убивай, да? Ну ладно, тогда хоть повеселюсь с его охраной. Ой, ёпта! Я передумал. Мужики, я глубочайше извиняюсь, но я пошел. Жена ждет. 80 детей и те идиоты. Пока! Пока желаю вам найти придурка, которого вы убьете сегодня. Если вы его еще не нашли. Так, я помню два места. Точнее, хорошо помню одно место, но всего их два.
Так, одно место, я точно помню. Оно было. Ну, первое место я могу точно сказать, то что оно где-то в лесу Паши Гигантов было. Где именно, сейчас не вспомню. Второе место было, если я не ошибаюсь, в этом, в лесу каком-то. Сейчас, где оно? Это лес-то голимый. Или тоже в лесу Паши Гигантов, хотите сказать? Нет, это не в лесу Паши Гигантов, а где же? Угу. А, во! В темнолесе. Ну ладно. Ладно, давайте на этом закончим пока что. Всем спасибо и всем пока.